Морковку ты любишь. Кто-то бросил опять. Кто-то бросил опять. Конечно. У нас же как? Приходят бабки, бросают. Ну это же совсем такие. Как бы она тут в зубах только притащила. Почему тут не надо? Ну, может и так. Челси. Челси, красавица. Кто сказал, что ее так зовут? Челси пошла. Челси. Походку свою показывает, как наша Герда. Хватит. Ну. Пошла за второй морковкой. Ну, долго она тут была. Вот. Мышцы все ослаблены, то есть основные. Вот. И потом мы начали останавливаться мышцы. Вот. А потом оказалось, что для спины это надо, то есть спину восстановить, чтобы позвоночник не восстановить, потому что мышцы сами лежали. Потом надевай корсет. Ну, корсет. Че, Леху выглядываешь, он там марширует. Она выглядывает. Я не знаю, может я поздно была, что-то у Лехи там кушать нечего, а может просто же голодный день. Ну, конечно, день. Голодный день. Он все, то в домик зайдет, то туда. И когда уже ушли, он там побывал, то я с этой стороны стояла. Потом он туда хватил, говорит, в домик, а там закрыто. Пошла опять в будку, у этого самого берлога.